Это высотка, главное здание МГУ. Здесь же в боковых пристройках находится общежитие. Снаружи все это выглядит, конечно, очень живописно, но внутри все не так красиво. А это уже аспирантский блок. Сейчас сюда заселили абитуриентов аспирантуры. Здесь уж плесень чувствует себя вообще вальяжно. Она здесь вот такая. Дикая вонь. Я не знаю, как здесь вообще можно жить. Мне даже тяжело сейчас здесь находиться. Самое интересное, что речь здесь не идет не только о ремонте, но и даже о том, чтобы после выехавших студентов сделать какую-то санитарную обработку и помыть полы. Посмотрите, в каком состоянии санузел. И сейчас сюда заселяют новых студентов. Это блок студентов ВМК. Их переселяют в главное здание МГУ на 4-м курсе. До этого они живут в другом общежитии, более современном. Вот такие двери, ванна. Вот, собственно, сама ванная. Совсем недавно ребят сюда заехали, пару дней назад буквально. И вот прекрасная плесень на потолке.